И какой тебе дали срок? Вечность. Это долго. Что ты такого мог натворить? Я продал душу. А взамен что получил? Ничего я не получил. На мой взгляд, это паршивая сделка. А вас не спрашивают. На самом деле, душу продать нельзя. Правда? А почему? Потому что она тебе не принадлежит. Разве ты не знал? А кому принадлежит? Ты сказал мне, что хочешь быть кем-то, и я научу тебя, как быть настоящим воином.